Это его любимый робот. It's his favorite robot. Так, ладно, я сейчас залезу на ее с помощью джетпака. Так, огромный робот из дерева. Древняя машина. Стимпакт, или как это называется? Стимпанк. Он спросил тебя, хочешь ли ты его им поуправлять. Yes, хочу. It's the steampunk robot. Оу, у него крутятся шестеренки. Yes, but are the cogs moving? Блин, реально, красиво. Ок, let's управлять им будем. Let's try this robot as in moving. Так. Тут кажется, как будто шестеренки из второго уровня билдобота. Там тоже такие прям. Такие же. It seems to be cogs from the second level of buildable. Так, ладно, садимся внутрь, идем. Place cake. Шестеренки, как бы они меня не зарубили. Так, начинаем. Мне кажется, это древний робот. Ну как, не древний, где-то 100 лет назад он был сделан по стилю. It seems to be builded 100 years ago. And the style. Так, ладно, давайте попробуем на нем путешествовать. Тоже с этого получится. У него на руках есть динамиты. Он вообще, наверное, боевой робот. Это battle mesh. It has a dynamite on his arms. It seemed to be a battle mesh. Куда ехать? Что будем делать? Ой, блин, этот робот со своим разумом уничтожил своего хозяина. Хоп. Спустил хозяина в космос. Нам стоит пойти, то мы даже не можем пройти, мы слишком высоко. Робот против своего хозяина. Mesh vs him creator. Ау, где? А ты где сам? А я внутри, я внутри. Тут есть сиденье. Вот видишь этот щиток, там есть такое небольшое окошко. Я могу что-то там нажать, чтобы убрать все клей. Попробуй. Ничего не произошло. Я могу остановить кручение вот этих вот всех. О, нет, что произошло? А я внутри сижу такой, мне нормально. Сейчас активируй самолет. Activate its jet. This robot can't fly. Этот робот умеет летать, только у него сломались ноги. Этот робот умеет превращаться в лодку. This robot can be transformed in a boat. Он ноги опустил и передвигается вот так. А с помощью рук защищает себя. Только его руки взорвались, потому что на них динамит. But these arms are broken because of dynamite. Еще он очень быстрый. А ты ракету включил? Чего он... ракета? А да, она включена. Turn jet. А, we very fast go to the end. Он очень We're быстро перемещается. Very fast to the end. Он очень быстро перемещается до конца. Кажется, его для этого и создали. Видишь, там в щите есть окошко, я там сижу. А. I'm sitting inside the robot in his shield. Я вижу, I see. О, UFOs has attacked this steampunk robot. И на него напали на этого огромного робота. Но ему нипочем. Boots him, окей. Okay. Ох, him it's broke. Он застрял, но благодаря своим ногам он смог дальше пройти. It's stuck, but thanks for his legs, he could go further. А здесь его превратили в вкусный бутерброд. And here is good to a very, very good sandwich. А здесь этот бутерброд как раз таки сидят крокодилы. And there is the crocodiles gonna eat this sandwich. Но он оказался слишком большим для них, и он пошел дальше. But it very big, and he got further. И вот он уже доходит до самого конца. He's going to the end. И тут огромный водопад, и он падает вниз, прямо на колючки. There was a big waterfall, and he got to the down. И вот этот полубутерброд, полуробот добрался до конца для золота. Вот такая у нас получилась история робота. Окей, давайте заберем это сокровище. Окей, давайте смотреть следующую постройку. Let's see next building. Так, он что-то написал. Он сказал, то, что тут есть комната с нулевой гравитацией. Ты когда-нибудь ее видел? Я нет. It's a room with zero gravitation. Ой, я правильно сказал. Оу. Что с пол? Мы попали... Так, включи-ка ночь. Мы попали в антигравитационную комнату в космосе. We have come to the anti-gravitation room in the space. Выбери Здесь мы будем тренироваться к полетам на космос. Выбираем один из этих аппаратов. We are inside the cosmos. Inside the cosmos by... We're inside the space by... Кажись... Тут собирается произойти битва, и мы ее участники. Ты знаешь, это выглядит как какой-то центр, где, знаешь, тебя привязывают. Оу, we flying. Мы летаем, у нас ноль гравитации. Лишь один из нас проберется дальше. Only people can leave here. Я тебя первому кокошу. А, чё молчим? Ой! Чё не так? The space bay seems to be broken. У нас все сломалось. А то я победил, я вылез отсюда. Надо бежать. А я не...
Это ж никто не выжил. О, ты куда? А я выжил. Я выжил. We're gonna do it again. Какая-то машина по производству антигравитации. И с помощью этой антигравитации что-то произошло. А потом мы упали. Окей, он сказал. Окей. Знаешь, космическая база упала. Угу. Как, да, реально. Упала космическая база. Space base seems to be full. Раз мне не повезло с красной победить, то я попробую зеленую. I come through a green. Ок, let's battle. Ты будешь первым, кого я уничтожу. You be first. Watch. Ой, нет, oh, что-то пошло не по плану. О, oh, нет. Something is going on under us plan. Падаем? Да. Help me. Что происходит? Мы скоро упадем, сейчас будет. Я понял, что тут происходит. О, нет. Ох, no. Oh, no. Watch happened. Что происходит, блин? Вот так выглядит шаурма, когда его готовят. О, нет, где мы? Та самая собака, которую подловили на улице, чтобы превратить шаурму. О, нет. Мы сейчас погибнем. Успел я это выговорить. Сейчас будет финальный раунд. В ближайших двух, в первых двух раундах никто из нас не победил. This is gonna be a final round. In two rounds. Хи-хи. This is gonna be a final round. In other two rounds we haven't win. А кто сейчас победит, тот и победит. И будет на свободе. Он видит, что нам понравилось. Да, он сказал, что он увидел то, что... Let's I throw a blue. Я уже придумал тактику. Надо найти... We have... 30 секунд to bet it. У нас только 30 секунд, чтобы завершить это. Ой, it's so hard. Я начинаю переворачивать. Реально сложно. Я научился управлять. Мы падаем. I don't can control it. Ох, куда я улетаю? Help! О, нет! О, нет! Что происходит? Ну, а вот ему вообще плохо. Ой-ой-ой. Кто из нас... А что если прыгнуть? The space base seems to be full. Я выжил? Или кто выжил? Так. Я понял, никто не выиграл. Давайте попробуем Победила дружба. Friendship is winning. I'm thinking. Он думает. Он думает, что загрузить. Hair is a lot small building. I lot. Здесь он загружает маленькие постройки. It's a mesh. Ну, это робот. Оу, что такое? У меня такого нету. It's very many small building. A lot of small building. Тут очень много маленьких построек, автоматов всяких. Смотри, тут этот робот. Ему, видимо, очень нравятся роботы. Да он сам робот. Робот? Точно. Он сам робот. Смотри, тут этот футбольщик. We can't play it. Or no. Не, скорее всего, нельзя, потому что сырье они не крутятся. Давайте, я в бильярд буду играть. Не играет. Ох, no, I can't play it. Он, кажется, строил типа парк аттракционов или аркады. Где? There is a very old seat. О, я такую никогда в жизни не видел. Еще тыква. There's a very old pumpkin and seat. Так, эта штука стоила 1700 вроде бы робуксов, и она очень... Редкая, прям супер мега редкая. It's very old item. Him price. Это очень. Так. Это ладно. Очень старый баг, чтобы получить любой предмет. It's a very old glitch to get every item. Он получил бесплатно каждый этот супер мега редкий предмет с помощью какого-то бага. Him get very rare items. From a bug. Короче, он бесплатно получил все редкие вещи. Every there old glitch with share mode and he got very freebie old items. Rare old items. Ок, let's watch a building. Давайте смотреть постройки. Вот это самолет, который мы уже посмотрели на военной базе, был. А это огромный, мега красивый танк. It's very big tank. The jet what we saw on other build at very, there is a very, very deep. А ему скажи, чтобы он расфиксировал. Ок, I'm go enter. It's old buildings. А, я понял, это что это. It's a tank from Star Wars. Из Звездных Войнов. Тоже мы какое. Голограмма. Always there, rotate, камера. Okay. Смотри, тут написано управление. У него гусеницы очень детализированные. R нажми, кстати, R. Вау, этот танк умеет летать. It's tank can fly. Нел, stopping. Блин. Круто. Мне понравилось, но мне не нравится то, что мы сейчас улетим куда-то. Нет! Что это был танк? Стоп, мы преодолели барьер. Ладно, ладно. Ок, it's tank very beautiful. But him dead. Танк был очень красивый, но он потерялся. Ай! Нарочно, что ли? Взял меня, задавил. It were a very cool tank, but it disappeared. Ок, let's watch its monster truck. Давайте посмотрим этот monster truck. Here is
круг. У этого круга 30 прочности. И он вообще очень редкий. Я только про него слышал. Эх, как я хотел на этом кругу покататься. Я вообще хотел просто взять и покататься на этом кругу. Но зачем-то меня увезли куда-то далеко. Ладно, куда мы летим? Нет, нет. Стоп, остановись, я здесь сейчас превращусь. Нет, нет, фу, я выжил. Save me. Нет, куда? Хотя я тут безопасность, хотя не очень. Тут есть нечего. Где я оказался? Что это за мир? Эй, куда? Единственная дорога домой. Help me, please. Ну все, я тут остался навсегда. Нужно найти способ, как выживать. Попробуем кушать эту красную конфету. What's right, this red